Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 543. Нас просят найти значение выражения, если известны значения переменных. Итак, рассмотрим выражение, и мы видим, что это разность квадратов двух выражений. Первое выражение 2,5а минус 1,5b. Второе выражение 1,5а минус 2,5b. Разность квадратов двух выражений равна произведению разности этих выражений и их суммы. Поэтому упростим это выражение. Первый множитель в скобках – это будет у нас разность выражений. Первое выражение переписываем. 2,5а минус 1,5b. И теперь нужно вычесть второе выражение. Для того, чтобы вычесть разность, мы меняем знаки на противоположные. Было 1,5а, пишем минус 1,5а. Было минус 2,5b, пишем плюс 2,5b. Это мы нашли с вами разность выражений. А теперь умножаем на сумму этих выражений. Переписываем первое выражение 2,5а минус 1,5b. И прибавим второе выражение. Плюс 1,5а минус 2,5b. Когда мы складываем, то знаки не меняем. Приводим подобные слагаемые в первых скобках. 2,5а. Вычитаем 1,5а. Получаем 1а. 1 как множитель можно не писать. Минус 1,5b плюс 2,5b. Числа с разными знаками больше модуль у положительного числа, поэтому результат будет положительный. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 2,5 вычитаем 1,5, будет 1b. Это b. Во вторых скобках 2,5а плюс 1,5а. Получаем 4а. Минус 2,5b и минус 1,5b минус 4b. Мы сложили два числа отрицательных. Результат отрицательный, а сумма модулей это будет 4. Можем вынести 4 из вторых скобок за скобку, потому что это общий множитель. Получаем 4 умножить. В первых скобках а плюс b, во вторых скобках а минус b. Так мы упростили с вами выражение. А теперь найдем его значение при а равном минус 1,5, а b равном минус 3,5. Получаем числовое выражение 4. Вместо а пишем минус 1,5. Вместо b минус 3,5. В первых скобках, во вторых, минус 1,5 вместо а, минус, минус 3,5 вместо б. Минус 1,5 и минус 3,5. Мы складываем два отрицательных числа, результат будет отрицательный, ставим знак минус. А теперь к 1,5 прибавляем 3,5. 5 десятых, получаем 5. Во вторых скобках раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус, меняем знак на противоположный и получаем минус 1,5 плюс 3,5. Четыре умножаем на минус 5, минус 20. Минус 1,5 плюс 3,5. Переставим местами слагаемые и получим от 3,5 вычесть 1,5, это 2. Минус 20 умножаем на 2, минус 40. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.